Всем привет! Впереди последние выходные 2020 года, и Самара уже подготовила программу, чтобы провести их интересно и полезно. Расскажу в нашем обзоре прямо сейчас. В музее Алабино открылась выставка «Обаяние таланта», посвященная 130-летию со дня рождения внука градоначальника Самарской губернии Петра Алабино, архитектора Петра Щербачева. Он спроектировал около 200 зданий в разных точках Самары, от железнодорожного района до Безымянки. Воплощая свои проекты, архитектор создал облик индустриального города в 20-е и 50-е годы прошлого века. На выставке посетители посмотрят личные записи, документы и проекты художественных работ Петра Щербачева. Сделать это можно будет до 28 февраля. Новый год в музее Ильдара Рязанова. В последнюю неделю уходящего года посетителей приглашают на праздничные интерактивы. Расскажут об истории волшебного праздника, как его отмечали до революции, почему в первые годы советской власти елка была запрещена. Конечно, не обойдется и без разбора любимых новогодних фильмов «Карнавальной ночи», «Зигзага удачи» и «Иронии судьбы» или «С легким паром». Всех ждут ежедневно с 25 по 30 декабря по предварительной записи. На новогоднюю кухню самарцев приглашают в дом Самарской Третьяковки на Фрунзе 102Б. Здесь искусство рождается на конвейере. Еда становится объектом научного осмысления, и любой желающий может стать частью общепита оркестра. В программе мастер-классы и лекции от художников, историков и музыкантов. 26 и 27 декабря выставочный центр «Радуга» приглашает детей и взрослых узнать, как встречают Новый год в разных странах мира. Посещение только по предварительной записи. Мороз и солнце – день чудесный, как там у классика. Самое время доставать коньки. В Самаре вовсю работают бесплатные катки. В парке Дружбы, на набережной, в парке Гагарина и целых два на площади Куйбышева. Если подходящей обуви у вас нет, но есть желание – не проблема. Ведь неподалеку от катка работает прокат. И, конечно, у вас найдется время, чтобы принять участие в новогоднем флешмобе нашего телеканала «Стих для Деда Мороза». Выучите с ребенком новогоднее стихотворение, снимите его на видео и пришлите ролик на почту или поделитесь в своих соцсетях с хэштегом «Стих для Деда Мороза ГИС». Чем смешнее и трогательнее получится видео, тем лучше. Мы ждем даже неудачные дубли. Качественно смонтировать их помогут наши режиссеры. Все стихотворения мы разместим на нашем сайте и в соцсетях. А лучшие покажем в эфире на телеканале «Самара ГИС». На этом все. Всего вам доброго и отличного настроения в наступающем новом году. What?